дорогие гурманы, приветствую вас на моем кулинарном канале. Я очень рада, что вы снова со мной. И сегодня мы будем печь торте ди мелле. Это такой итальянский яблочный пирог, и он очень быстро готовится, потому что, можно сказать, это такой потолще блин, а не пирог, но он очень-очень вкусный. Обычно я его готовлю еще, когда мои гости сидят за столом, и его, к нему вы можете подать такое сладкое вино или взбитые сливки с сахарной пудрой. Ну что говорить, он очень вкусный, давайте будем делать, давайте будем пробовать. И моя любимая, поехали! Итак, ребята, что нам нужно для этого торта ди мелле? Нам нужно, конечно, яблоки, 3 или 4, смотря какие они большие или маленькие. И чтобы они были такие кислого сорта, самое лучшее подходит. Сок одного лимона, 2 яйца, 1 столовую ложку сахара, 1 пачку ванильного сахара, 100 грамм масла. Пожалуйста, масло растопите 10 секунд где-то в микровелле, оно должно быть плавное, мягкое очень. И совсем мало, 100 грамм муки и пол пачки, конечно, разрыхлителя. 100 миллилитров молока и 1 примерно большую ложку сахарной пудры. Эту сахарную пудру мы сыпем, когда этот пирог уже спекется, вы его подаете тоже теплый. Когда он еще теплый, вы сыпите эту сахарную пудру, и она, как бы так можно сказать, карамелизируется, и получается, правда, очень необычный вкус. Ну, очень вкусно. Сначала выжимаем лимон. Затем чистим яблоки, режем на четвертинки, вынимаем сердцевинку и режем вдоль на шайбы. Сразу же смешать дольки яблок с лимонным соком и поставить в сторонку. Оставшие ингредиенты смешать в отдельные чашки до однородной массы. Духовку разогреваем при температуре 180 градусов. Форму диаметром 26 сантиметров смазать сливочным маслом и пропилить очень хорошо мукой. Смешать в тесто подготовленные яблоки. Залить массу в форму
и поместить в разогретую духовку. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Вынуть пирог из духовки, дать ему слегка остыть и снять форму. Перед сервировкой посыпать сахарной пудрой. Итак, мои дорогие гурманы, мой торт Ди Мели готов. И давайте будем вместе пробовать. Так. Очень сочный получается. Правда. Это, извините меня, пожалуйста, замечательный десерт для ваших гостей. Пробуйте, пишите мне в комментарии, делитесь с друзьями, если вам понравилось. Я буду очень рада. Спасибо вам, что вы были со мной. И до следующего раза. Пока!